чернилами идет. Крокодил черный, как черный. А еще черный лук. А он туда лук добавляет. Он у чернила просто крокодил, и все. Это в макароны? Нет. Бургер тоже. Блять. Может или уголь? Я не знаю, из чего делать черную булочку. По-моему, уголь нет. Может быть. Ну там добавляют что-то, что не меняет вкус. Я всегда думала уголь, а макароны что было? Ты гуглишь? Да. Ну бля, я все равно уже съем, я есть хочу. А сейчас что? А сейчас-то с бургером все. Сразу вот пилигрима? Сейчас-то со звуком все нормально? Помнишь, что случилось с веганом, который, ну там типа чувак? Демон полис. Да. Чуваки, звук-то перестал лагать? Да, я буду с чернилами крокать. Черные бургеры нужно съедать первыми, очень хорошо. Да ешь уже, Лер, господи. Хотя... Все нормально, все, значит, это, починка работает. Все, просто черный бургер. Спасибо, чуваки, спасибо. Ну, Кузя, зачем ты сказал? Ну, теперь не хочу увидеть. Я все кроме булочки. Я все кроме булочки. Да тут невозможно разделить, я уже посмотрела. Есть про тарелку и любую нож, я разделю. Ладно, вкусно. Надо загуглить. Чуваки. Да он только что загуглил. Что за игра на фоне? Lost Vikings. Сейчас. Очень толсто, сумо Чико. Попробуй потоньше. Очень. Прям жир с монитора. Понятно? А это, короче, зрители трапа. Я их уже научился вычислять сразу. По вот этому. А что они там? Юмору. Странному. Ну, там шутка про члены. Да, шутка про члены. Mm-hmm. Черные бургеры делают из членов маленьких прекрасных детей. Ок. Жду. А чужие деньги не хорошо считать. Каппа. Расслабься, уголь, и там фотка какая-то. Хотя вот в Бургер Кинге, например, пишут, что делают из бамбукового угля. Все по-разному. Бамбуковый уголь. Ну там, короче, кто как. В смысле, короче, обычно бургер, который из черной котлеты, там прям пишут, бургер типа с чернилами и черной каракатицей. Ну, прям черный написано. Я это, кстати, видел. Ну как бы я знаю, тут типа есть яблочко, там продукт Black Burger, там написано бургер с черной каракатицей. Не, вот, кстати, вот Ульф правильно говорит про Бургер Кинг, я прям помню, когда они пиарили этот черный бургер, они прям там писали, что типа он это с углем там каким-то, потому что это. Ну, короче, чтобы у них было вегетарианское именно деление. Короче. Я буду считать, что здесь уголь. В следующий раз буду брать белый хлеб, чтобы точно. Ты просто ел черные бульи и сразу же активированный уголь. Но в одно. Почему я свирю с этого члена и этот правка такая с ручками? Где заказывали бургеры? Вкиньте еще раз сайт, пожалуйста. Я не могу просто. Это зануда. 4 человека сидит, никто из них не может пройти Lost Vikings. Ну. Ванна сидит. Тяжело, ну тяжело. Мы можем пройти долго. Что он может. Кто это пишет? Какой-то чувак. Бигман Бро. А, ну кстати, он меня давно бесит, между прочим. А, ну все это. Бигман Бро, ты достал. Пока. За целый день сегодня. Ну, в смысле, пищевые красители тоже нужно знать, из чего они сделают. Я говорю, предлагаю мармелад, она говорит, там желатин. Опять звук? Почти во всех желатинах. Угу. Блин, что такое? Мне кажется, выбирать какая-то... Почему я говорю? Так, правда, думаешь? Не бургер, да. Или веджи бургер? И там все рассинхронно в веб-конфиг. По-английски веб. Но по-хорошему нам нужно любить веб-конфиг. А у нас
Короче, чуваки, ладно. Сейчас будет перерыв на 3 минутки буквально. Да даже меньше, наверное. Просто пекури будем. Мы пекури бутнем. Хотя, кстати, ночью ее фантомик и бутал, считай. Фантомик. Ну фантомик же ночью и бутал. Правда, он, конечно, это неправильно делал, но. Ладно, короче, сейчас это. Вот ребутнем там пеку и все вернем. Слышал, что кажется, типа, короче, все дропали игры, а фанат решил пойти дальше в мустри. Так, только тогда надо это сделать. Хорошо. Сырсы. О. Короче, сейчас быстро ребут. А как вы спалили? Вы вот так положили, что ли? Вот так он вот так вот упал просто, да. Так вот он упал, короче. Понятно.